Так, телефон F080. iPhone 4. В реальности, конечно же, имитация. Но имитация стала очень и очень похожей. Так, что у нас на боковой панели? Так, вот это вот, судя по всему, клавиша. Это менять профиль. Допустим, там тихий, громкий. Ну, соответственно, это регулировка громкости. Две кнопки. Так, дальше здесь у него идет телевизионная антенка. Сюда крепим ремешок для ношения. Так, а это у нас USB. В общем, для дата-кабеля разъем. Так, ну и с последней стороны у нас включение питания и громкоговоритель еще есть. Сзади фотоаппарат и вспышка. Ну и больше на задней панели ничего нет. Так, на передней панельке у нас есть вот здесь вот камера. Ну, она под пленкой заводской. Ее, наверное, будет вот так вот видно. Вот она. Так, здесь микрофон и главная кнопка. Так, то, что находится внутри. Под задней крышкой. Это последняя модификация данного аппарата. Вот. Здесь GSM-антенна вынесена на внутреннюю часть телефона. В предыдущих версиях антенна крепилась на внешней крышке. Разъем для карт. Так, разблокируем телефон. Теперь посмотрим, что тут у нас есть. Ну, в общем-то, в действительности здесь вот, что стало приятным в последней модификации, это необычайно чувствительный тач. Просто вот совершенно легкое соприкосновение, и он прекрасно перемещается, чувствует. С тачем работать приятно. Еще одно приятное изменение, которое произошло, оно связано с настройкой языков. Настройка телефона. Вот здесь напротив всех языков есть галочки. Если, соответственно, все это вот лишние все языки подключать, то они потом не будут мешаться, когда вы будете набирать смски. Их не будет, этих языков дополнительных, на клавиатуре. Что я сейчас и попытаюсь сделать. Так, оставил только русский. Выполнено. Да. Назад. Перейдем в смски. Текстовое сообщение. Написать текстовое сообщение. Так, вот у нас клавиатура. Попробуем переключать клавиатуру. Вот я иду по кругу. Русские буквы английские. Русские буквы английские. Стало гораздо удобнее, чем раньше. Связь у этих телефонов стала тоже, кстати, очень хорошая. Благодаря тому, что вот они переделали внешнюю антенну. Пятерки, и все стабильно. Набор. Так, в общем, единственное, чем отличается данный телефон от F003 функционально, это тем, что у него нет Wi-Fi. Все остальное у него стало гораздо лучше. Давайте посмотрим у него еще камеру, что собой представляет и какое максимальное разрешение можно сделать.
Так, это у нас 1,3 мегапикселя. Сюда. Это максимальное разрешение. 1,3 мегапикселя. Назад. Ну вот я попал в экран. Переключив на переднюю. Так, телефонная книга. В общем, все стало достаточно культурненько. Улучшили телефон. Молодцы, спасибо им за это. Ну вот, пожалуй, что и все.